Наша речка самая чистая в мире. И в ней самые обалденные сети. Минут 20 изнурительного выматывания на лодке принесли вот такую вот сеть. Соответственно, с мертвой рыбой. Вся абсолютно. Карась и маленький, и большой, и окунь. Лынок, маленькие окуня и так далее. Сеть, как видим, брошенная. Кинули и забыли. Что можно сказать по этому поводу? Не будем выражаться. Рыбу здесь, наверное, все-таки было килограмма 3. Еще неизвестно, сколько бы было, если бы мы ее с другом не вытащили. А так, совместными усилиями на веслах с большим трудом мы ее вытащили на берег, дабы больше рыбы не выпадало, не пропадало. Вот как бы и все. Доброе дело сделано.